Тут стоим рыбачим потихоньку. Ну, сильный ветер сегодня. Прям как с цепи сорвался. Там Олег, он ловит тоже. Потихонечку ловим. Борик, Сергей. Клюет, ну не сказать, крупного пока ничего не поймали такого. Только голес там где-то за кило. И все. Ну какая вкуснота. Прелесть. Вот Сергей. Тащит. Вот так вот, не отходя от кассы, потихонечку ловим. Небольшой, да, Серег? Борик, ты тоже? Ну и вот Борис Юрьевич тоже ухватил гольчика. Ну вот такая рыбалка, в принципе. Неплохо. Начало неплохое прямо у нас сегодня. По мелочевке бьем.